Всем привет! Меня зовут Алексей Смех, и я продолжаю гайды по игре Entropy Universe. Сегодня я расскажу, как упростить вам доступ к имеющимся в инвентаре у вас предметам, которые нужны для охоты и добычи полезных ископаемых, ну или для чего-то на ваше усмотрение. В верхнем левом углу есть три квадратика, при наведении на которые появляется надпись Edit панель, а при нажатии у вас на экране появятся две панельки. Правой будет раскладка клавиатуры, библиотека действий и инвентарь. А на второй панельке – мусорка, в которой вы будете удалять ненужные вам значки с панели. Также Edit панель можно вызвать на экран нажатием символа в правом верхнем углу. Значок с тремя кубиками и буковкой L. Я вам покажу, как все расположено у меня, но вы можете все сделать по-своему. Открываем клавиатуру, библиотеку, инвентарь. Располагаем так, чтобы вам было удобно. И первую раскладку делаем под охотника. В книге действий открываем вторую страницу и перетаскиваем на панель значок «Лут». Потом переходим на страницу 12 и переносим значок «Следующая цель». И последний значок с 14 страницы – это «Автоатака». После этого в инвентаре выбираем оружие, которым мы пользуемся чаще всего, а также аптечку, чтобы можно было лечить себя или другого игрока. Также на панель можно выносить приборы для свита, добычи пота животных. И расставляем теперь все это в выбранные нами кнопки на клавиатуре. После этого переходим во вторую раскладку и делаем то же самое, но только для поиска добычи полезных ископаемых. Выбираем Finder, искатель по-русски. Также переносим экскаватор добычи и рефайнер для преобразования добытого сырья в готовый ресурс. Основное указал, в остальном экспериментируйте, и вы сможете для себя подобрать более удобную раскладку клавиатуры под ваш стиль игры. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, удачной игры, побольше глобов и всем пока!